Всем привет, ребята! С вами я, Максим, и мы будем играть в Реймана. Как вы помните, в прошлой серии мы прошли вот эту подводную карту. История ЗАП подводных. Ну, это еще точно. А, я давно что-то не был на Золотом Олимпе, мы друзья не были. Давайте отправимся на Олимп Золотой. Золотой Олимп. Нормально. Вот, да, реально золотой. Чего он не золотой? Друзья, вы поняли? А, ну понятно, это с синими. А, даже тебя не надо кормить. Понятно, спасибо, слон. Ты тут самый крутой. Сони... Чё? Кто это? Еще и дальше сыни тут. Ну так себе загончик юных свиней. Давай, Реймон, ты сможешь. Друзьям-то сможешь добыть. Друзья, мы сможем. Мы за уверенных тебя, да, друзья? Опять все летающие свиньи. Зачем я вам? Вы хотите меня в плен взять? Не надо, пожалуйста, свиньи. Вы за хорошие свиньи. Вы вообще летающие свиньи. Вы не должны вроде Реймана гасить, а должны помогать вроде. Понятно. Им на нее все равно, друзья. И мы полетели, чем надо. Свинка! Вы... Что-то пойти там. Мы что-то там пойти. Деньги. Уже часть билетика дали, друзья. Круто? Уи! Давай. Ты сможешь с Реймон пойти. Все, мы крутые. За Реймона, за Реймона. Да, друзья? Любите этого Реймона? Я не слышу ты с вами песню вообще. Давай, Реймон. Свинка! Бывая свинюка! Все, свинка помогла нам достаточно, друзья. Давай! Все? Так быстро? Мы даже на золото с моими слонами-педлонами. Мы, друзья, будем дальше играть в Реймон. На Реймон. Мама Аня на Реймон. На Реймон платета из... Вы издеваетесь? Еще и огненный. Да ладно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мой ад. Со слами. Вот даже классный осел меня тут сдал. Какой-то сумасшедший классный осел. Вот, смотрите, я со всей силы бегу, как могу. И я вот их пропустил. Видите, друзья, как... Вот так надо. Просто идем по лаве. Отличная идейка. Идти по лаве. Пиу. Ослы. Пиу. Ну, хотя бы на дух. Успеем. Ну, да, на дух. Да, на двух! В последнюю минуту я его спас. Второго. Как бы мы заработали куча денег. Там. Чем дальше, тем тут не... Вы опять деньги даете. Спасибо. Ну, Слон, что поделать? Ты хочешь поесть? Я знаю, вы голодные слоны. Но встретились, если вы больше там съедаете, я знаю. Пиу! Я узнал, умный, кстати, да, друзья? Смейте это. Все. Нету одни няни убежит. Стоять! Полиция! Нарушаем
На усы им. Эй, на усы. На усы тут закон полицейского. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мы каким-то образом на золото пошли. Я пофукал две денежки. И мы будем вот этот тутный проходить уровень. Ну, конечно, как же без него? А, даже у вас не на таком мечпеку. У меня есть что-то один глазик. Тут еще двух глазик. Мы падаем в ад. Друзья. Это я надеюсь. Это демонский уровень. Друзья, я вам не вру сейчас. Это демонский уровень. Друзья, я вам слышу. Его не пойти, как будто. Друзья, его реально не пойти так легко. Пью. Ну ладно, маютку. Я спас маютку. Хочу заново. Заново отсчет вас. Ой, вас. Два. Три. Финал. Лайман. Продолжение следует. Лайман, ты сможешь. Давай, спаси маютку бедного. Меня затопи, друзья. Представьте, меня затопи. Попаем четвертый вас уже. Это дьявольский уровень. Я, друзья, просто в гневе. Я пройду этот уровень. Давай, Лейман, подведи нас. И ты... Нас не любит. Друзья, он нас не любит, Лейман. Лейман злой. Лейман опасный для вас. Нет! Мы проиграли, друзья. Я не буду так легко сдаваться, друзья. Вы тоже не хотите, чтобы... Види, как он тянулся за усы. Давай, давай, не тормози. Лейман, давай. Ну ладно, маютку спас. Я все, я хочу уметь. Я всех маюток спасаю. А вы, друзья, тоже всех надеюсь. Ни одного, надо бы еще одного классненького нанять на работу. А то он покуча как-то выглядит. Он тоже, его тоже, значит. Ну что, нравится вам поет такой, друзья, демонский, как у демонов настоящих, сильных. И, эх, как там дальше? Я, кажется, понял. У нас есть маленький шанс спасти маютку и вызвать. Иди, друзья, мы вызвали все. Это фат. И мы крутые. Но я не всех спас. Я согласен с вами, друзья. Это поднимается лава все вверх, вверх. Друзья, у нас один за классный. Вы помните, что будет, если мы сейчас все потратим? Его зря. Мы проиграли. Мы не будем проходить. Это дьявольский уровень, друзья. Надо бы уж... Ну ладно. Не. Что это? Ну ладно. Вот за него. Все, ДНК сделали. О, еще один золотенький. Друзья, у меня два золотых каких-то. Нам осталось чуть-чуть, друзья. Я не буду свою еду съедать. Вот так вот и быть. Придется потратить, друзья. Собиваем наше любимое яичко. И мы от себя уходим в дьявольский уровень. Что поделать? Он дьявольский, значит, дьявольский. Не хочется еще так. А давайте
Мне что-то захотелось к обычным запам. Мне что-то не бой сылаюсь. А вам? Ё-моё, что за ветреный мил? Это как будто не запный мил, а ветреный. Случайно тут я взял вот эту. Зана. Сиамка. Да, ё-моё. Ну, мы на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.